Еще раз добрый день, с вами я, Александр Немидович. Как обычно в это время о валюте. В банке доллар принимает 26 ровно, продают 26.25. Евро принимает 32 ровно, продают 32.40. На тротуаре Полтавы доллар принимает 26.05, продают 26.15. Евро принимает 32.20, продают 32.45. И злоты на тротуаре 7.40 прием, выдача 7.70. Всем хорошего настроения.